Всем привет! В эфире ваша любимая рубрика. Рубрика. Устал. Рубрика «Качай железо». На самом деле, я сегодня делаю очень интересную ее тренировку. А, как сказал мне мой друг, она была разработана американскими учеными НАСА по восстановлению моторики, работоспособности мышц и тела космонавтов, которые вернулись из космоса. Так как в космосе гравитации нет, невесомость, мышцы не работают, из-за этого они атрофируются. Тренировка направлена не на количество раз, а на время подхода. 30 секунд подход, 2 минуты отдыха. С максимальной изоляцией конкретной мышцы. Уменьшение амплитуды, что позволяет задействовать конкретно одну мышцу. Не определенно там все группы, которые подключаются, а чисто одну точечную мышцу. Черт, я забыл взять еще одну гантелю. Секунду. Если мой телефон кто-то украдет, вы кричите. Как всегда, моя больная тема – плечи. Мое левое плечо, которое было вывихнуто, мне нужно уделять ему особое внимание. Не давать большие нагрузки, а точечно подгружать связки и закачивать, закреплять сустав. Погнали! Вот так вот. Тренировка НАСА. Блин, если честно, после вывиха левого плеча у меня иногда от перенагрузки не имеет левая рука. Я так подозреваю, что это очень хреново. Привет, 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 всем привет. Сколько у вас времени? Лос-Анджелесское время 2 часа дня. Здравствуйте, Супермен. Я вас не знаю, но я вас уже люблю. За Супермена. Привет из Армавира. Армавиру тоже привет. Зачем таким быть? Я тоже думаю, зачем таким быть? Таким. Может, нерв защемило? Нет, нерв не защемляло, просто, короче. Ну, на самом деле, я не люблю о травмах разговаривать, но когда у меня вылетело левое плечо, оно повредило мне связки и чашу, которая держит плечевую кость. Поэтому иногда оно подтирает, и я чувствую боль. Поэтому мне нужно всегда его... Кем ты хотел стать в детстве? Интересно. В детстве я хотел стать копом, полицейским. Да, потому что я любил фильмы о полицейских. И, в принципе, мне нравится эта вся тема.
Вы имеете право хранить молчание, когда ты просто наставляешь пушку, скручиваешь и горишь. You have a right to keep silence. И т.д. и т.п. Так, секунду отвлекусь. Спасибо за вопрос. Это очень интересный вопрос был. Сделаю подход и вернусь к вам. Когда ты приедешь в Америку? Я в Америке. Что, есть еще одна Америка? Так, секунду. Подход, потом я возвращаюсь к вам. Никогда бы не подумал, что у тебя есть чувство юмора. Так у меня его нет. Снова здесь, у меня есть 2 минуты. Так, поищу. Станцуй, ПЖ. Я не умею танцевать, ПЖ, не знаю, что это такое. Блин, что-то я залип в то, что вы пишете. Да. ПЖ это пожалуйста. Серьезно? Часто ходите в зал? Просто интересно. Люди стали уделять так много времени залу. Всем вдруг резко стало нужно выглядеть хорошо. Все красивые сейчас. Вы заметили, что сейчас все красивые? Все красивые, все спортивные, все накачанные, все соблюдают какие-то диеты. Думаю, когда это случилось? Когда люди перестали просто жить? Вообще никогда раньше сам об этом не думал. Губы накачал. Чувак, ты шо? Я каждый день инъекции делаю. А губы накачаны. Да, у меня накачаны губы. Единственное, что я качаю в своей жизни, это губы. В зале причем. В зале. Ты в Нью-Йорке или в Ла? Я в Ла. Так. Серега, ты что там не писал? Серега, как твои дела? Я соскучился, жесть. Ты будешь смотреть бой Хабиба и Макгрегора? Ну, я понимаю, что весь мир будет смотреть бой Хабиба и Макгрегора, но... Короче, это риторический вопрос. Подскажи упражнение. Записывай. Так, что-то мне тут пишут про дно днищ. Не все это у вас так. У нас много абсолютно не следящих за собой людей. Такое ощущение, что вообще дно днищ. Не, я не говорю, что следить за собой это плохо. Следить за собой это очень... Хорошо, ты будешь здоровым, ты будешь
хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, потому что самое главное в зале – это хорошо себя чувствовать, а не хорошо выглядеть. Я не говорю, что нельзя следить за собой. Люди просто стали уделять этому большую часть своей жизни, прям все внимание. Начали забывать о каких-то о своих внутренних качествах, о развитии не только тела, но и развитии даже не ума, а души, духовно расти. Увы, люди сейчас забывают духовно расти, что очень плохо. Я взял эту охеренно тяжелую гантель, которую я еле допер двумя руками. Чувствую себя очень embarrassed. Embarrassed на русском. Я начинаю забывать русский. Боже, embarrassed. Чувствую себя embarrassed. Опозоренным. Прикинь, я забываю. Embarrassed на русском как? Что это? Опозоренный? Короче, I feel embarrassed, когда слабаком. Weaker? Не, ну это weaker. Ну да, я чувствовал себя слабаком сейчас, пока пёр эту гантелью двумя руками. Но она мне для того, чтобы накачать косые. Хочу себя здоровые косые мышцы. Мне говорят, а у тебя талии не будет. Это будет уродливо. Нахрена мне талия? Я что, женщина? Напоминаю, что спонсор сегодняшнего занятия – футболки Rampage. Футболки Rampage. Оставайтесь двое, Джонтина. Чем я говорил? Ты просто черт. Спасибо. Хороший тренинг, Назар. О, спасибо, братан. Спасибо.
заставляю малышки расти, видишь, качай железо, pumping iron. Никогда не подумала, чтобы можешь вещи говорить про духовный рост, что происходит. Сначала чувство юмора, теперь это. Бля, такое ощущение, что я вообще какой-то дебил именно, да? Без чувства юмора, без каких-то понятий. Ладно, да. Я считаю, на первом месте твой духовный рост. Потому что если с тобой происходит что-то материально, а ты не готов к этому духовно, ты, во-первых, потеряешь свою personality, во-вторых, ты вообще можешь просто факапнуть, испортить свою жизнь. Поэтому любые вещи, которые приходят к нам, к ним всегда нужно быть готовым духовно. Всегда. Даже если к человеку приходит неожиданно огромный материальный успех, огромный, но он не готов к этому духовно, он погубит себя, он потеряет свою личность, он потеряет свою personality, он просто к этому не будет готов. Боже, я звучу как дебил, я прошу прощения, я просто начинаю забывать русский. Мне очень мало людей тут, с кем я могу пообщаться на русском. Покажи, пожалуйста, как качаешь пресс. О, кстати, спасибо, что напомнили. Напоминаю, что я делаю тренировку, которая была разработана учеными НАСА. Тренировка не на количество, а на время. Подход 30 секунд, отдых 2 минуты. По 3 подхода на каждое упражнение и уменьшение амплитуды. Работа, что позволяет более точечно попасть более точечно в мышцу, которая нужна, и заставить ее работать. Боже, как я туплю. Плечо по шаолиню восстановить могу. Звучит захватывающе и страшно чуть-чуть. По шаолиню восстановить — это как? Видно, что наш. Конечно, у меня ж на футболке написано «Наш!» «Наш!» «Ух ты, блядь! Ух ты, блядь! Наш!» 15 тысяч приемов. О, кстати, вот с
слова прикольные, 15 тысяч приемов. Это, в принципе, касается работы над собой. Интерпретировали эту фразу тысячи людей, тысячи раз и всегда по-разному, но мне больше всего понравилось, как интерпретировал это Брюс Ли, великий человек, я восхищаюсь им в плане работы над собой. Вот, он рос не только физически, этот человек был очень-очень сильно духовно. Вот. Он сказал, это к слову 15 тысяч приемов. Брюс Ли сказал, я не боюсь человека, который изучает 10 тысяч разных ударов. Я боюсь человека, который изучает один удар 10 тысяч раз. Think about it. Косыми сучара. Хотя кого-то сучара я обозвал. Не меня, надеюсь. Сучка, сучара. Катя меня игнорит. Ромчик. О, креатив. Привет, Олежка. Как твои дела? Когда будем на твоем мустанге уже кататься по ла? Привет, Олежка, как твои дела? Когда будем на мустанге кататься по ла? Все, я уже жду здесь. Я тебя не игнорю. Олежка. Можно тебя провести съемку? Конечно. Олежка, для тебя все можно. Олег О'Креатив. Это наш любимый фотограф. Олежа О'Креатив. Это человек, который всегда был с нами на всех концертах, на бэкстейджах. Все самые лучшие фотографии Светы и нас. Это все Олежа О'Креатив. Это все он. У нас еще, конечно, были не съемки, но это в отеле, это после концерта. Шутка. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень... Все, теперь я должен. Олежа, ты мне ничего не должен. Ты мне такие сделал фотографии, что просто... Люди думают, черт возьми, да это же Назар. А это на самом деле был Олег. Это все Олежа. Человек, который умеет фотографировать. Назар, какую музыку предпочитаешь для тренировок? Если честно, лучше всего мне слушается на тренировках рок. Я понимаю, сейчас модно, все качаются под рэп, все качаются под трещотки, все качаются под 6ix9ine, под, не знаю, ASAP Rocky и т.д. и т.п. Но если честно, я так устал от рэпа, который выходит сейчас. Если честно, он очень однообразный. Минусы можно вот так, можно текст оставлять, минусы менять, будет одно и то же. Не делает, ну типа, я не люблю. Вот из людей, которые делают рэп, я до сих пор люблю больше всего Jay-Z. Наверное, из модных, из тех, кто сейчас хип-хоп исполнителей, мне кажется, мой любимый Kendrick Lamar. Он делает что-то интересней, чем вот эти все трещотки, которые поют о том, как они курят, как они снимают проституток и т.д. и т.п. Сейчас будет очень интересно, если кто-то... Давай на английском. Подожди, я только на русский перешел. Вот.
короче, да. Поэтому я больше всего люблю слушать рок в зале. Мне нравится больше, ну, типа, только не жесткий рок, типа, никакая сатана там, а просто 30 Seconds to Mars, Foo Fighters, я не знаю, Папа Роч, это из классики, из олдскульной, ну, Металлика, sometimes. Телефон садится. Хорошая группа, недавно для себя открыл ее, Score. Хорошая группа. Как Веном. Я не ходил еще на Веном, но очень хочу. Так, я заговорился. Нужно идти заниматься. Что дальше? Где моя бутылка воды вообще? Ку-ку. Тут мой друг Макс. Всем привет. Вон всем там. Привет. Там Катя. Скажи привет, Катя, Рома. О, привет, Катя, Рома. Олег. Рома, Олег. Олежа, это короче, фотограф. Все привет. Олежа, фотограф Макс. Это Макс филмейкер. Да. Он учится в Нью... Уже все. Он учился в Нью-Йорк Филм Академи. Да. Не советую. Да. Почти не советую. Он стал 2 года, блин. Катя написала Максик. Да. Да. Катюша. Ей. Я пошел на блок. Я там буду. На тягу блока. Сейчас иду на тягу в блоке. Тяга в блоке очень хорошее упражнение, потому что позволяет, ну, подтягивание хорошее тоже, но на тяге ты зафиксирован лучше, да, твои стабилизаторы не работают, но зато ты можешь задействовать конкретную мышцу, поэтому тяга в блоке решает очень сильно. И я покажу, как ее делаю я. Я делаю не в полную амплитуду тоже и стараюсь максимально задействовать широчайшую и заднюю дельту. Кстати, вот еще такая тема. Когда тянешь блок, нужно задействовать, ну, то есть нужно соблюдать точки в локтях. Тянуть локтями, сжимая лопатки, а не бицепсом, не всей спиной. Чисто широчайшая и задняя дельта. Все. Это все, что нужно. Так. Тут очередь. Тут женщины качают спины. Тут очередь. Is it, excuse me, how many sets do you have? One more set? Okay, cool. Один сет остался у женщины, и я покажу, как я делаю тягу в блоке. Если вам интересно, могу пока с вами посидеть, поговорить. Будешь смотреть Коннора и Хабиба? Конечно, буду. Отвечаю человеку с моей фотографией на аватарке. Чье имя Назар? Мое. Привет. Помните, вы катались в Сосновке на великах в Белграде? Да, помню. Кстати, прикольно было. Как вы учили язык? А, моя мама. Моя мама... С детства отдала меня в английскую школу, чтобы я вечером ходил, учил язык. Я, конечно, ненавидел это все, потому что, как и все дети, я хотел гулять, но теперь я ей безумно благодарен. И плюс, мне кажется, такая тема, чтобы выучить язык, нужно любить язык. Это очень важно. Сколько я не пытался понять немецкий, ну, я не люблю немецкий, поэтому он мне сложно дается. Английский я люблю, как он звучит. Английский, русский, украинский. Так. Так будет видно. Если не бывает, то ты меня
Если вы заметили, моя амплитуда работы была не полностью. Я не полностью выпрямлял руки и не до конца зажимал лопатки. Это потому, что я направлен чисто на работу широчайшей мышцы. Тяну вниз локтями. Только широчайшей мышцей. Без бицепса, трицепса, без ничего. Потому что начинаем мы тянуть, если полностью выпрямлять руки. Начинаем мы тянуть ромбовидной мышцей спины и бицепсами. В середине подключается широчайшая и доводит до параллельных рук, то есть до угла 90 в локте. Если ты тянешь больше, ты уже дотягиваешь на бицепсе. Это уже не изолированная работа мышц, это работает весь верх. Но это не так эффективно, если ты хочешь проработать конкретную мышцу. Намного лучше сделать это упражнение, а потом отдельно пойти и сделать упражнение на бицепс. Чисто изолированно. Так. Блин, ребят, у меня на самом деле очень... Боже, тут активный вообще... разговор идет между собой. Люди, может, я вас оставлю? Давайте я вас оставлю, вы поговорите у меня. На самом деле, я вынужден вас оставить. Сегодня был очень интересный прямой эфир, второй в моей жизни. Опять в зале. Но я вынужден вас оставить, потому что у меня садится телефон. Давай вместе за Коннора. Ну, вообще, я и так за Коннора. Если честно. Ну, хотя я их уважаю обоих как спортсменов. Если честно, они оба очень достойные бойцы. Оба. Я не понимаю людей, которые хейтят одного или второго. Там, типа, говорят на Конора петушара или на Хабиба. Там как-то нехорошо отзываются. Я их обоих уважаю очень сильно. Если бы я встретил как одного, так и второго, я бы с удовольствием пожал им руку и сказал спасибо огромное, я вас очень уважаю. Такие, как вы, нужны этому миру, вы вдохновляете людей. Поэтому они оба очень достойные спортсмены. Но если честно, я за Конора, потому что Конор мне ближе как ударник. Потому что я тоже занимался боксом. Yeah, sure, what? What? Wait, no. Wait set. Oh, it's down the hall, like the. Yeah, yeah. Sure. Короче, о чем я говорил? Конор мне ближе, потому что он ударник. Я тоже занимался боксом и кикбоксингом, и поэтому, ну, я поэтому чувствую, что Конор мне ближе. Я никогда не занимался борьбой, но я восхищаюсь этим спортом тоже. Я просто так говорю, что я за Макгрегора, потому что он мне ближе в своем спорте. Все. А так они оба очень сильные, достойные люди. Так. Все, короче, ребят, нужно уходить, потому что у меня садится телефон. Я прошу прощения за это. Спасибо вам за то, что были со мной в моем прямом эфире. И вы мне понравились сегодняшние вопросы. Вопрос про то, кем я хотел стать в детстве. Это прям вообще... А, спасибо. Все. Peace. Ну и где его выключить? А, вот.